Пришла зима холодная, но шуба моя модная. Вот в такой модной шубе Дед Мороз встречал юных участников дорожного движения, своим примером показывая, как важно быть заметным в темноте. Хотелось бы напомнить нашим автовладельцам, что сейчас наступает период зимних каникул. Соответственно, дети будут гулять на улице. Хочется напомнить на соблюдение скоростного режима во дворах и жилых территориях. Также, значит, хочется напомнить, чтобы автовладельцы перед пешеходным переходом сбавляли скорость. Ну и, соответственно, уступали дорогу пешеходам. «Засветись» – так называется акция, которую провели сотрудники госавтоинспекции совместно с творческим коллективом детского сада «Родничок». Вместе регулировали дорожное движение, помогали переходить дорогу, дарили подарки. Вот эти световозвращающие элементы можно разместить вот на вашей темной курточке, потому что вы у нас незаметный пешеход. 9-летнему Коле и всей его семье посчастливилось встретиться со сказочными персонажами в преддверии новогодних праздников и рассказать им, как правильно переходить дорогу. На зеленый цвет. И надо упредиться, чтобы машины не прилетело, а то у нас некоторые проезжают на красный цвет. Посмотреть направо-налево, потом идти. Главная цель таких мероприятий – повышение дорожной грамотности и снижение транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно детей. Мы не можем повлиять на продолжительность светового дня, но у нас есть возможность дать водителю заблаговременно заметить пешехода до того, как автомобиль приблизится к нему на опасное расстояние. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.